Всем здорово! Это совершенно новый формат для моего канала и, возможно, для всего Дота Ютуба. По крайней мере, раньше я подобного не видел, но вы можете поправить меня в комментариях. Суть проекта заключается в следующем. Берем одного стримера, блогера, хайп, ПТС игрока или просто отличного парня, который умеет играть в Доту, и садим его в лобби к 4 рекрутам. В команде напротив будет аналогичный состав, поэтому эмоций и контента должно быть много. А на фоне всего происходящего буду сидеть я и в паре с кем-то это комментировать. Была записана одна игра, но получилось 32 минуты насыщенного видео. Как по мне, очень даже неплохо. Также я не придумал название этому формату, поэтому если хотите заработать, то вы можете предложить название для этого шоу в комментариях, и если оно мне понравится, вы об этом узнаете, и я заплачу вам. Видео получилось интересным, поэтому желаю вам приятного просмотра. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня вас ожидает поистине удивительный матч. В каждой команде по 4 рекруту и одному хай ММР игроку. Каждый из них обязан сегодня победить и выйти отсюда чемпионом. 4 долбоеба, 1 шизофреник, и это в каждом составе. Игра будет интересной, поэтому присаживайтесь поудобнее. Здравствуйте, Тимофей. Здравствуйте, Степан. Как ваше настроение? Отлично. Вот. Я чувствую, что я на одной волне с солевым вурдалаком. Просто, ну, как будто бы мы с ним сливаемся в едином порыве чувств. Итак, 4 рекрута и один действительно просто титанически познательный в доте человек в каждой команде. Конечно, я жду полного хаоса и ничего больше. Ну чё, блядь, кого вам взять слышный? Кого вам взять, блядь? Добрый день, здорово. Интересно. Пацаны, кто куда? У динозавра баня. Заткнись, дегенерат ебаный. Я лучше знаю, кого банить. Таракан ебаный. О, это человек. Здорово, пиздец. Все, тихо, нахуй. Пупсини, ебаный. Потише, нахуй. Че, кто у нас на 4 будет играть? Какой свинопас ебаный? Мама твоя. Че, какие вопросы будут? Ты же Генка ебаный из Барбоскиных. Нет такой хуй в очках ебаный толстый, нахуй. Нет. Че, ебало открывается? Пикай мне кингза, я за 4 поиграю. На колени вставай, умоляю еще раз. Вы вообще без микрофона все, только один человек? Я есть. Куда я попал, нахуй? Он все нахуй не лучше ничего. В банку кофе сидит, разговаривает нахуй. Показывается профет. Ребята рассчитывают, видимо, на быструю игру. Очень сильный у них пуш потенциал. Очень много тавер демеджа, шарт вайпера, плюс профет, который все время будет летать по линиям и не давать противникам особо перемещаться по карте, будет держать их напряжение. Ну, заметь, какая интересная тут комбинация такая, противостоятельная, скажем. Я, короче, делаю зеленый пик. Понятно? Фурионова. Фуриона, ты на Фурионе умеешь играть? Да. Все. Ты на 4-ке Фурионе тогда пойдешь. Я хочу пикнуть ДБшку, вы на ней будете играть? Ты что, вообще урод ебаный? Мне что, за ДБшку играть? Сын. Мне похуй. Кто ее последний возьмет, тот на ней будет играть, нахуй, понятно? Ты пи***ц ебаный, понял? Уебаный ебаный. Давай на победу, на войде ебаный, играешь? Нет, не-не, я купольщик, я в лес уйду и вообще не вылезу. Вайда, на, берем тебя, ебаный, безглазого. У тебя говорит кор, не пикай вайда, алё, нахуй. Это в упсе не ебаный разбушевался, нахуй, да? Я 300 ебаных матчей, ебаный в рот, а что там у него? У меня у типов 800 матчей, у них у каждого 5000, 2000 матчей, типов, я в ахуе, набрали, блядь, не. А-а-а! Так это игра в ебаную. Пикни Марси, блядь, у нас нет 4-ки. Да, ёб, у нас ВД, этот, ДБ-4, Денера, ты на БД, блядь, на это ебаный играешь. Ну я ебу не буду играть за Тайнхайнера, уёбчи, блядь. Мне похуй. Что ты мне за Тайнхайнер сделал? Мне похуй, ты ж в упсе не ебаный, ты ж любишь малину ебаную, вот Тайт на малину похож. Возьми Марси, уёбчи, ебаный кривозубый долбоёб. Пацаны, если что, это будет моя первая игра. Заткнись, за всем поеб, крой, бред, все. Солевой вурдалак. Лучший игрок в 5 из 20 прошлых игр. И, конечно же, его оппонент засолил соль. Ну, как они могли еще подобрать оппонента-то? Вот они, блядь, два мастодонта солевых войн. Мне интересно, будет ли сделана попытка сделать ФБ? Да, прожимается моментально смоки. Команды всего тьмы колят, что пойдут на низ. Все, короче, харчки, ебаные, слушай меня. Я нажимаю смок, мы сейчас идем все в бот и пи***. Тебя там доталово жестко с моими яйцами, нахуй. Все, если кто-то из вас мне игру проебет, нахуй. У, сука, и за 5000, нахуй. Вперед со мной, вперед! А, никого нет. Ой-ой-ой, обрати внимание, как обошли Даунбрейкер прямо сейчас. А, начинают наплевывать, Николаич.
Что у Николаевича? У Николаевича первая. Хорошо. Но это просто развернуть и бить. Развернуть и бить. Убивают здесь Кузуретова, и это делает Гомовенок. Как ты сдох, сус, кисели, ебаный, отсталый нахуй. Денина Сергея бегут за ним, начали размениться тычками, дерутся. Пошел подков Байда, его Апсай ступит. Ой, как хорошо ступит, ступит, да, хорошо. Не выпускает его, кстати. Поможешь мне? Поможешь мне на этом, на фуре? Подойдешь? Видишь доктора? Наташа Двабаша бежит, Наташа Двабаша! Начинается жесткая разминочная по вич-доктору. Вич-доктора должны забрать, касочки летают. Ничего не получается здесь сделать Апсайзу. Наташа Двабаша. Отлично, я выше. Поживи, поживи на врескинге, поживи. Акс, ты вообще что там делаешь в топе? Иди, ты тройка, блять. Через портал иди. О, все, я в ахуе. Че я вижу, нахуй? Смотрите мне, нахуй. Еще раз умирайте, хуй сосы, я вас убиваю всех, нахуй сосы, ебать. Бля, хуй его запулил за вас, блять. Ну, хуй. Не пикнул, ебать, арбуза, о чем ты, нахуй? А ты же в упсине, ебать, ты ж ягоды любишь, что тебе не нравится? Душно. Тебе не рад, ебать, что не нравится. И нахуй, блять. Смотри, смотри, просто не подставился, подставился, уродовый. Вот этого я. Поживи, поживи, убегай, убегай, бро. Я добью, убегай, бро. Нормально, нормально, нормально. Она мутили рака. Хорошо. Ой, хорошо ловит здесь каски Николаевич, но ага. Нету второго просто. А нужно крутиться, нужно крутиться. Пошли с Пуртылом, без тайм волка рубит в себе путь на волю лока пешный. 30 хп у Вайда буквально остается. Николаевич в итоге погибает от апсайза. Пошел дальше тыкать по Наташе Двабаша. Здесь есть отвод. Доктор даже думает съебать. Пошли с Пруты, подставляется апсайз. Но они прямо, говорю, игра очень агрессивная. Пятая минута и уже сделано в общей сумме 7 киллов. Нормально, давай, месим, месим. Убегай мейн-чаром, бро, мейн-чаром, убегай, бро, еб***, чё? Из фуриона, я ухожу, сэр. Ну, справа. Нормально, еб***, хорош, живой, еб***, хорош, все. Гуева, гуева. Да. На сверху на Тейтанта напали, забрали, ну, говорю, дерутся просто постоянно, без перерыва, без выходных. Отлично! Хорошо, я, ой-ой-ой, у нас, выходи, выходи, уходи, уходи, уходи. Ты на лундурите, бро, ты не гангай, ты просто бегай, мид качай, бро, ты не гангай, просто бегай, мид качай. Как качаю, так и рез подкачиваю, войны тоже. Понял, рез, короче, шаришь, да, как на лундурите играть, шаришь, да, короче, моментами, я понял. Блядь, блядь, больно, Слушай, да. Кто бы мог подумать, тебя выехали с убью, кто мог подумать-то. Драка наверху, слушай, ну, а их, кстати, есть палец. Главное, маны бы как-то подобыть. Ай-яй-яй, нужно пытаться выживать. Нет, не получается здесь никак выживать. Домбрекеры должны закрывать здесь, и просто это еще один килл в размен на одного Леона, это очень хорошо. Хорошо, команда, хорошо. Харька вам в пизду. Каждому, молодцы. Так, брат, я бегу, нахуй. Смотри, у меня сейчас до ульты, смотри, одна экспа, смотри, одна экспа до ульты, бро. Давай, дай никому пиздим. Давай, я могу я на него хрон. Давай, 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 давай. Вайпер ты подаешь. Еп, да устулюсь, нахуй. Пиздец. Тут на войде ошибся, хуй сос хрона хуёвая дал, парни, мы из-за этого акса не убили, нормально, все нормально. Давайте вместе в него, парни, ебать. Давайте, давай, 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 давай. Там, правда, будет реинкарнация, пошел в рейв, в итоге каска, нужен редикт. Выбили реинкарнацию, друида забрали, бегут за ВК, ВК лохпшный, касуется стан от кентавра, как подмагнул! Стан от кентавра! Первый на ДБшке, братов, ты чё? Ладно. Ай-яй-яй-яй-яй, какие малыши! Хорош, вупсень, ебаный пупсень, хорош, на хардлайне, ебёте, спасибо, молодцы, отец! Парни. Пизд... Тебе петушата на Леоне! Закрой еблище! Ой-ой-ой, мы такое осуждаем. Мы такое осуждаем. Ну так, на всякий случай. Тима теперь ведь и на Твиче стримит. Кстати, напоминаю, Тимофей начал стримить на Твиче. Ребята, обязательно переключайтесь на прямые трансляции этого легендарнейшего комментатора. Напали на друида, ультимативная. Приходит наш два Паша, тоже ДБ на ПЦФ, летает. И здесь, скорее всего, да, друид погибает. Каска, вас, мелькает вайпер. Пиздец. Ультимативный должен апсайз всех здесь убивать. Просто тра-та-та-та-та-та-та. И FX сделает даблкил. Апсайз сделал даблкил. Под Твича. Ссылка в описании. Агри, агри, агри. Ну ты чё, ебать? А, блядь. Кто ты, воин? Я ж все кнопки вдавил. Ты там пиво залил, клаву себе или чё, пойдем со мной, пойдем в мид, поможем. Смотрите, парни, парни давят, парни сидим, давят. Смотрите, ребята, ребзя, ребзя. Цель на ДБшке, на ДБшке, на ДБшке, на ДБшке, бро! На ДБшке, брат мой! Хорош! Маны даю, брат! Ебнули на звезду! Беги, брат, беги! Суки, парни, что-то надо поактивнее в моменте, да? Что-то мом не жмешь, долб***, нажми мом нахуй. Их бить, крипов надо, они не мирные, нахуй. Это не твои соседи, ебать.
Голду выбивайся их нахуй. Как с Вупсеня в ебаной школе, помнишь? Смотрите, парни, на меня выходит, смотрите, на ТБшке. На ТБшке ультика. Давай, бро, смотри, смотри. Может, на доктора напалился, а ДП, ну, взлетает. Да, блин, конец. На самом деле, сейчас Кузура тоже будет забирать. Пошла Равага. Хорошо, троим. Хорош, парни, лучшие, нахуй, вот. Хорош, ебать, Пупси, нахуй. Походу, сигнал нашли тебе, да? Давай, давай, ебем его. Грызи его, грызи. Можно гашами. Да, ай-яй-яй, зацепили все-таки здесь гамовенка. Гамовенка, нужно сфокусироваться на нем полностью. Нет, здесь разделяются, кстати. Наташа Двабаш тоже получает поебалу. И это минус 4. Ебать, парни, лучшие, нахуй, лучшие. Зверя, зверя. Молодцы, зверя, парни, вот прям команда. Да, нам надо сейчас смок нажимать, парни. Хух, и тут все оказались, это вообще пиздец. Прямо даже на инт можем поехать. Толчки, правда, убирать, но давай, поехать-то можем, учим, правильно, учим. Поехать-то можем. Алло. Ну да, да, можем, можем, брат. У меня смок есть. Давай, я вдавил, и ТП делаем в мид. Коакс. Подожди пока только, подожди наш. Прыгай, Вайда, прыгай, Вайда. Ребята, подвыйте, ребята, подвыйте, ребята, мы сейчас слабые, ребята, мы слабые. Выйти, брат, выйти, 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 брат. Хорош, выйти, парни, не, парни, выйти, парни, выйти, все, 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 парни, хорош. Демоны, все, демоны, демоны. Парни, смотрите, смотрите, оба, парни, давай, 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 давай. Напали на Леона, таймвол, уже кастом редикт, и ставится пауза, ставится пауза, цепанули. Ты чё, нюня ебаная? Ну они вчетвером фармят, я еб... твою мать! Попустил, парни, попустил таракана ебаного. Ладно, они впятером ходят, просто фармите, просто фармите. Барды нашел, хорош. Так, парни, давайте, потихонечку, давайте, собрались. Давай, давай, смог, давай, смог. Поплыли, давай, парни, поплыли у них, давай. Нахуй, давайте-ка вот так, поплыли, вот так, парни, поплыли. Вот так бежим, вот так бежим. Они прожимают смоки, ищут сейчас для себя какую-то удачную драку, бегают пока что в своем лесу, сейчас будут заходить в вражескую двойку. Почти в полном составе, на самом деле, идут, ДБ на ульте прилетит, так что это не проблема. Ставят варды, тут Фурион делает ТП, сейчас, скорее всего, будут забирать моментально. Челу хпшный Леорик, он этого явно не ожидает, пошла кашка, тоже понимает царька. Зарел соль, хорошо отвлекается, тоже плевается, на развороте контратака. Отвращает кинга, профета забрали, таймбук, пытается бустер блед забирать, забирать ВК в бетрикарнация, вайпер делает ТП. А куда ты летишь? Не отменять, да, правильно делают, прилетели, тут еще касочка, вряд ли отпустят врайскинга. Хороший подкоп пошел, Ravage не страшно, потому что все-таки не зацепили Леона. Могли на самом деле, если бы убили Леона, получить намного больше. Стоит Леон, он не верит то, что это происходит, они просто прыгают в него в темноту, цепляют, подкоп пошел, но это абсолютно не важно, потому что его должны здесь догрызать, и это минус 3 на ровном практически месте, как не повезло на самом деле команде сил тьмы прямо сейчас, ну и вот опять пауза, потому что что? Потому что давить морально, потому что давить морально необходимо. Парни, мы еще вышку не сломали, давайте на вышку накинемся, нам нужно мид открыть еще. Да, давайте сначала Ниса, потом мид. С этого говна часа? Да. Ну БКБшку, БКБшку можно, да. БКБ собрать, да. БКБшку на скилле, да. Читаешь мои мысли? Точно, точно. Братан, что мне собирать? Аган? Слушай, тебе знаешь, что можно? Тебе можно БКБшку, короче. О, чем больше БКБшек, тем меньше шансов умереть, согласны? Согласен. Пошел врыв, а гратака тут же каска, меледик, от вайпера доктора, палец, Вайда разобрали. Ну Акс тоже убит, это не страшно, потому что есть, отсутствуют вообще все ультимативные, по факту сейчас у команды все свет, но они все равно продолжают убивать, вайпер настреливает, можно здесь попытаться забрать и Тайтхантера, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять пауза, ну, пока что 2 в 3 размен, и здесь Тайдхантера не выходит никак, на самом-то деле, его здесь не отпускает, очень много контроля, очень много дамага, как бы он ни пытался съебаться, только делать тип-аут, на самом-то деле, потому что стан в КД у Врайскинга, надеюсь, то, что он догадается до этого и съебется. Пацаны, я не хочу умирать. Ничего, брат, ничего. Надо, надо, надо. Не в первый раз, когда тебя втроем пиздят, нахуй, правильно? Пейзе, брат, да-да-да. Так ты убегаешь, так ты пиздец. Танковый, ёбаный рот. Тип-аут, нужно делать тип-аут, тип-аут, делай, Тайдхантер не может догадаться, нужно съёбываться, там нет стана. Давай, давай, брат, давай, фейзы третий, давай, давай, мути. Третий, брат, третий, захилься, хорош, хорош, давай, 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 блинк, брат, я в тебя верю. Фейзы, брат, давай, 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 у тебя было время. Идиот, ёбаный. Ладно, ничего, ничего, бывает, бывает. Алло, на Фурионе ты тут? Ты русский? Я тебе говорю, братишка, купи арчит, что ты нахуй собираешь? Он не слышит. Алло, харчок, ебаный, на Фурионе, не говори, что ты не специально руинишь, чмо ебаный, я в эту хуйню не верю.
Тебе заплатили за эту хуйню или чё, блять? Что ты собираешь? А, ну это пи***, какой-то засланный на Фарионе нахуй. Я не знаю, что с ним не так. Кто не ошибается, тот не пьет шампанское в финале инта, правильно? Правильно, поэтому... That was unreal. Правильно, брат. Го-го-го, со мной смог. ВК, подходи к нам в топ. Можем подраться с ними. Райскинг. Идите сюда ко мне. Все, гоу. Фармим, парни, фармим. Кто-нибудь может сейчас на Н6 тянуться там вот что-нибудь. Вот здесь пофармить, парни, лайн толкнуть. Вот, да, вот. Растягиваемся. Вот, я что, парни, сейчас побегут в нас, на тараканы, парни, сейчас побегут. А Делка как херово играет, он ни разу топора не дал. Видел, да. Нормального. Так, парни, сейчас пройдет. Оп, он... бро, ты еще не вышел-то, Ладно, тихо. Стоим, парни, мы сейчас можем их забить, парни, стоим. Рошана не бьем, просто стоим, на тайде, дойдя, бро. Бьешь, да? Давайте к тайду, парни, ближе. Вот навар, парни, навар нужно встать, все сейчас все вместе. Они сейчас побегут, мы их запитим, только давайте умно прям, парни, умно все делаем. Надо к Рошану идти, к Рошану. Крошану, блять, потише пиздеть, нахуй, мои деньги горят. Идите Рошана бейте. Рошаностояние какое-то происходит, честно говоря. Нормально стоит. Они туда двигаются, они туда идут. Подумали, кому что надо нажимать. Паравага. Так, ага. Они туда идут, это может быть критической ошибкой. Да просто солевому удалось. Как же не просто стерли профета и Леона? Солевый удок ты пал! Ставится охрана на две ебушки, станут ВК на подсейв. Ну, здесь Кузуры, это охрана, смотри, очень хорошая. А Гратаксом там ДБ на подсейв. Чего нажимается? Там еще ББК сделан, Сергей уже летит, варда доктора, Апсайс накидывает. Вбивает реинкарнация, Гамилу КХП сейчас ставится пал. Там еще и Рошан присоединился к этой драке. Хорош, ребзя! Ничего, ребзя, нормально, чилим. Нажми байбек на Фурионе прилети, Пиздите всех ВК, пизди. Профет моментальный, байбек погибает. Кузурета тут спруты в апсайз без маны. Войта кидывает по Наташе. Машики работают. И этого всех. Без маны, хтос. Хорошо. Отсюда! Фурион, да я тебя задынаю, говню. Нет, иди Рошана бей. Кого задынает, нахуй? Иди, бей Рошана, ёбаный в рот, пожалуйста, бейте Рошана, ебаный, тысяча ПТС-хуесосы, бейте Рошу, б***ского. Ебучие говноеды, бейте Рошана, суса. А как так получилось, что мы умерли, Диера, ты ебаный, как так получилось? Мы делаем, мы здесь должны забирать Рошана, но на самом деле, врыв изначально, врыв был очень хороший, под каску, под крону, под вердикт, заколил прекрасный. Подсыпанули, сейчас будут забирать Рошана сверху, и команда Сил Света вынуждена его отдать. Давать, потому что нет кнопок, они просто пошли фармить. Да, стягиваются в леса по разным линиям и просто колупают себе необходимые предметы. У друида появляется гарпун тем временем. Сейчас мне смог летит, нажимаем смог со мной. Сергей несется, блин, кайся, тут же кекс. Нужен подкоп, но пока что ждет, да. Все нажимает крайне грамотно, гратакса необходим. Уже гамовинок стягивается, но здесь, да, не упускает его никак, даблкил. Быстро, парни, мне вот аганимчик зафармить, мы любой файт запиздим вообще. Давайте вниз, парни, стягиваемся, давайте быстрее, парни, мы их запиздим. Давайте, парни, сначала тайт, попрыгает, блин, кайся, потом будет. Дальше уже разберемся. А здесь сейчас, походу, будет стычка снизу, да, напали на стол, там дрыжит уже рабака, моментально влетает, нужно бата доктора ставится. Ставится хрум, накидывает, ну, здесь Сергей сбивает ему, был в кушаряк и не позволил ему показать весь свой потенциал, ульта, ДБ влетает, ставит ту же Акса. Леон. Да, Леон сыграл да, шикарно. Здесь можно на разворот попытаться еще что-то придумать. Все-таки Раскинга начинают все сильнее ковырять. Нету ультимативного. Хотя бы какой-то размен сделать. Спруты выбегает, но ВК турный. Да, догорел. Солевой вурдалак без маны. Без маны. Гратакса. Под головенком палец забрали. Вот уже хекс. Доктора опять высасывает всю ману. Сергею замаки арбуз. Не знаю, что делать. В итоге размен 3 в 1. Головенок прям по тавер несется. Придется в айде. Здесь нужно проживать хотя бы протекшн, чтобы тавер помогал. Но они этого не делают почему-то, они все ЛХПшные, все без кнопок. Раз, и арбуз сейчас должен погибать за это все, Николаевич промахивается агром, к сожалению, нужно попытаться здесь добрать его как-то уже в лесах. Я помогу тебе, бро. 10 секунд возле этой хуйни, покрути, 10 секунд возле этой хуйни, покрути, я тебя заставлю. Я пытаюсь, бля, меня все проебали, я долбоёб. Я тут шлюх ебаный. Ничего, брат, нормально, все будет. Это еще мелочи жизни. Лейт за нами, они нас вообще никак не выиграют. Надо как-то парни Леона ебаного убить и все будет просто убить ебаного Леона. Парни. Ладно, все, бэкните. Надо идти качаться, бэкните. Короче, я просто обсы за ульту сбиваю, ебаную, и все, нахуй выбиваю. Давайте, картавенькие мои, нахуй. Блять, победить надо. Возьмите тир-3 шмотку, а еще одна есть у кого-то, должна быть. Аганим надо добить ВК, продай себе топор, цирклетку продай, он тебе нахуй.
уничтожены. Все, Аканим есть у Райскинга. Ждем его ульт и все. Если что, вы с перерождением, парни. У меня смокань. Все, гоу. Нам надо сейчас пойти с ними драться. Парни, гоу как-то в них потихоньку. Смотрите, наша задача, парни, просто убить ебаного Леона, и все, мы выиграем. Нам только Леон ебаный. Вот эти тебя так же забайтить. Могу так же забайтить. У меня форма есть. Я проживу. Убивайте, парни. Ай-яй-яй. Напали на Бракета. Тут же Гарпуз, Прутер, Чит, уже под ноги. Пошел Страх, Кудрет облетает. Тут же Хекс разворотил Сергея. Высасывает ману у трех ебаников. Должен погибнуть. Здесь хорошая хрона по троим. Ай-яй-яй, ультимативный. Варта в хроне не работает. Там уже есть какие-то ОБК, пошла Равага. Ну здесь на самом деле очень много дэмэджа. Нужно вот доктора закрывать, он очень вносит много импакта. Слушай, нельзя драться против этого. Но, кстати, в принципе, доктор тут справляется. Достаточно много урона наносит. И должны попытаться здесь Кузарету забрать. Но нет, БКБшечка нажимается, она убегает от Засавелцоль. Но он умер и просто убегает. Там, понимаете, Акс умер и просто начал убегать из драки. Он забоялся, Гамерон КХПшный его ищет. Солевого Урдалака он находит. Остался последний всей команде, тоже тот в развороте, второй спрел от Вайда, Арбуз блекается огонь, уже плеваться, его хорошо есть замедление, проку этому башни Гамовенка отгрызть, Гамовенка отгрызть, он прям по Т3 несется, его не выпускают, его душат до конца. Второй под себя, почему не догадывается, второй под себя, и все, и жить, убивать. Выкаливает Гамовенка забрать, да, это тимвайп на 33-й минуте. Было. Чел на Вайде ставит хрона только в меня, нахуй, парни, я не знаю, как вы умираете. Все, что вам нужно, убить их всех, нахуй, убить ВД первого. Все, парни, ничего сложного. Я, конечно, понимаю, это нахуй сложно, когда у вас по два пальца на руке у каждого, но все же. Я хочу 5000 хуйцоса, если вы мне игру не выиграете, я убью вас каждого, нахуй, зарь, клянусь, блядь, я найду вас и убью. Парни, какие кнопки у нас остались? У нас осталось ульта до бэшки, да? После Т3 не хочешь этот терзатель забрать со мной? Меня, если что, вот тут скидай, я ж в форме выхожу, я байчу на вас, а вы это... Хорошо, идите. хорошо, дядя. Очень уже дезморальная атака, давайте их задушим просто сейчас в чате, они ливнут. Хороший план, отличный план, начинаем. Я не вижу у команды сил тьмы плюс-минус вариантов выиграть, если Вич-доктору не собьют. Ну, то есть, сбить может только Акс тогда, если БКБ есть. Ну, то есть, он должен подойти, прыгнуть там как-то. Вот. Я чат читаю. Да я тоже ебаю. А типа, а там всем просто тише сказал я твоему папе, когда отрезал ему уши на холодец, блядь, что нахуй? Ебать, они ебнутся. Можете снести, у него крашнулась дота и хз. Что будет дальше, главный вопрос. Ебать ты фриказоид, говорит солевой вурдалак. После своих слов профиксируй мой пенис и из пупки матери твоей выскальзывает. Получше ничего не нашлось. Вот такие панчи от Вайда выходят. Соответственно, мир увидит эти великолепные высказывания. Парни, если выиграем с тысячу каждому даю. Го! Пошел нахуй! Отец ебаный, блядь, я заебался! Ты меня знаешь, и ты на всех оскорбляешь, хуйство ебаное! Мана абориген, ты взял своего, потому что он похож на тебя. Ну, здесь... Я тоже так же, блядь, здесь ты угадал. Здесь ты угадал, тут ты прав. Базару ноль. Бля, я такие фрики, ебаные, вообще не понимаю. Чё, хуйсос, блядский, на ВК? Говори что-нибудь, алё. 20 ебаных минут тебя ждём. Так это другой хуйсос. Другой хуйсос, да, чё? Твой папа ебаный нахуй дальнобойщик умер в аварии, и ты вместо него зашёл, да? Закройся, дура, нахуй. А, это ты! Или кто, блядь? Ты тот же самый или другой? Алло, хуйсос, ебаный, ты тот же самый или нет? Отвечай мне. Если игру мне в ебаче найдут, режу нахуй, нота ебаная. 5000 на кону. Давайте играть в слова. Я начинаю. Говно. Овощ. Абзац. Абзац, понял. Цапля. Облака. Яблоко, все. Апельсин. Кто? Апельсин. Апельсин. Облоко. Ой, точно. Я на другую. О, он зашел! Блин. 40 минут ожидания, и мы продолжаем. Ломает Т3, Вупси появился. Наконец-таки игра пошла. Все, продолжаем. Че, все, вперед, воины, вперед, блять. ВК с Аксом, смакак, Николаевич, разревел смог, например, Т4, тут же Агротакса по троим, цепляет доктора, ВК накидывает дэмэдж, ВК забрал доктора под Николаевичем, уже монодрейн. Пытается здесь все, абсолютно Леон сосет очень хорошо. Ну и... Просто-напросто должны забирать здесь, скорее всего, Лондроида. Задефали, да. Все. Да, но потеряли Тавр и Барак. А я сам не ожидал, игра очень быстро началась, и сам дверь, я аж охуел. Хорош, молодцы, фанаты моего
Дальше, дальше, надо пушить, парни. У Леона осталось 2к. Ду Аганима, ту же Хекс, подков Байда, там Вайдет летает. Мясо БКБ, Наташа обязана забирать. Да, Наташу раз забрали. Наташа отпиздили, не было помощи. Нету, можно попытаться. Агротакса, шикарный контроль, по результату Вайпером. Еще и Николаевич топором по голове настучал, пошел Гритмир, там пассивка ему сбивается. Да, да, видишь, я о чем говорил как раз. Ну ладно, это против него. А здесь еще Солюсоль на миду, ебаша, 20 рекорнат, он ходит назад, его доктор не пускает, подкоп от Леона в медведя. Здесь душа, душит, ВК, отпиздили, ВК погибает, и сразу на Узурета переключается, начинает его накидывать, тут же Хекс, Узурету забрали. Очень вкусно. Просто видишь, как очень круто работает здесь, конечно, Аганим на этом ВК, который убегает, в него дают много кнопок, и он погибает здесь, убивая своих оппонентов. Хорошая рабага пошла, здесь можно попытаться забрать. Есть абсайз и киллы от него, но он все это дело все равно теряет, несмотря ни на какую историю. Просто бегите. Продай его и бегай на вайпере. Нормально. Это все хуйня с яйцами в моей жопе. Все, мы должны это победить, мужики. Сейчас все будет. Все, Рошана забрали. Аегис у Гамовенка. Там еще есть сыр у ВК. Ну, кстати, сыр на ВК очень хорошо. Они колят, рисуют на карте, чтобы пойти по нижней линии. А там у них в двойке стакается доктор, Войд и Тайтхантер. Надо бэшки аккуратно тебя вытянул. Они все уже не могут нормально уже. А у Войда очень этом, мало, на самом деле, нетворца. Ты посмотри, у него 15 тысяч нетворца на 40-й минуте. Его даже Акс обгоняет. Его там на пятки наступает их ДБ. То есть по нетворцу у них явно беда, на самом деле. У Коров весь нетворц в Эвич-докторе пошел под коп по двоим. Тут же Глитмир, уже Агротакса, ульта от Вайпера. Хороший купол, но, к сожалению, не может ничего сделать здесь Вич-доктор, потому что у него нет БКБшки. Вот он стоит, но сейчас начинает настреливать. Хорошо, Равагу дали. Можно попытаться здесь убить, но есть ультимативная. Парни, ВК на мне. Вайпер пика на себя, Войдек не отпускает, пошла еще одна каска, Солюсоль не отпускает, доктор пытается его найти, а он бегает по нейтралкам. Нейтралка позволяет ему жить, абсайз здесь на развороте, сейчас его опять будут пытаться здесь просто харасить, пытаться пробить, но палец. Нет возможности особо. Но здесь команда рядом, байбек от Николаевича, Акс выкупается, все лоу хп, все пошла Шива, Серегу за маги цепляет, все, нет смысла бежать, Вайпер наплевывает, уже Гритмир, Хекс, Танат, Врайс, Кинга, Дебек колоссальный, здесь контроль, ультат Вайпера, Тайкантер, Таймволка, Вайда, байбек от Леона. Выкупайся, конечно. Надо уйти. Да, выйти, парни. Поймай, помогите. Бегу. Без маны, чел без маны. Не, Форсани, брат, форсани, маны нет. Спасибо. Дал сам. Сосу, убить. Должны схватать. А там 5 секунд палец, Вайда могут убивать. На самом деле. Вайда должны убивать. Пальчик. Варабуза. Не попал. Не, у Варабуза так надо. Вайда и так забирали. Да, но... Опять Хекс, опять засунул уже... ману, заплевали, даблкил. В итоге от Засолюсоль 4 фрага, в общем, на всю команду. Опять отдавали все байбеки, просто не думая, на самом деле, конвейером выкупались, чтобы адефать свой Т3. Они сейчас могут ломать, на самом деле, мид. Го, вместе надо, у них нет кнопок, парни. Го, бить, куда вы крипов уходите? Бить, парни, у них 3 чара ебаных таверния. Давай, как будто мне, может быть, мне кажется, давай. Выходит здесь Кузурета пытается как-то сделать что-нибудь, и хороший ультимейт пойдет от Вич-доктора. Здесь все должны погибать, все должны уничтожаться. В райских без рекарнация, все лохопешные, Гритмир на развороте. Гивает ли он хорошо за спину, но правда там урона практически нет никакого по Вич-доктору с пальца. Забрали Саньку, Санька уходит без байбека. Вперед, засолил соль, прыгает, все это дело под БКБшкой. Засолил соль, без реинкарнации, нужно его пытаться убить, не хватает немножечко купола здесь на него, но вероятнее всего ВК должен здесь погибнуть просто. От Меледикта, да, забрали Меледикта. Можно дальше попытаться здесь забрать еще и Леона. Леона не цепляет здесь никак. Ай-яй-яй, там брейкер. Хорошая Равага пошла. Можно забрать Гамовенка. Гамовенка должны забирать. Леона забирают. Это минус 5. Абсолютно всех забрали они без байбеков. Знает здесь силы света команда. То, что их оппоненты без байбеков. Нужно идти пушить и заканчивать эту игру. Хорош, молодцы. Господи, мы лучше. Гоу дальше. Я вам говорю, убить ВД, вы стоите все вместе, ловите кнопки, ну тяжело, короче.
забейте. У нас Ревич, куб, у нас куба есть, купол минуха. Ну как будто. Давайте, давайте, готово, готово, понятно. Ломаешь 4, сносит вышку, все, осталось последнее. Тут скоро будет вставать Акс, ВК и Вайпер. Без Леона не вряд ли адефает, пошли с Прутын, даже Бабаша подставляется, ломает. Трун накидывает патрон, трун ломает, протекшена нет. Напали на Акс, вся команда встала, они просто ломают, летают. Соль ставит на паузу. Ай-яй-яй, там каски. Нужно с Пруты на трон просто ставить. С Пруты на трон — это единственный шанс. Ломает трон, все, ГГ. Это ГГ и победа для команды Сил Света на 45-й минуте. Все. Все, в пизду. Голы, короче, парни. Слава богу, эта хуйня закончилась. Как в целом победа? Ожидаемо. Ну, победа заслуженная. У них на капитане дегенерат ебаный. Мы срали на ебало, как могли. Эти шапки ебаные. Миша, смотри сюда, что это? Это ты сегодня... Ты облизнул это хуй. Ты облизнул вот эту хуйню сегодня мне. Я на весь докторе насрал тебе на ебало, ебанюня нахуй. Степан, есть у вас какие-то вопросы касательно данного матча? Да, есть. Хотел бы узнать, соответственно, это какая команда? А, я вижу, Апсайз здесь присутствует. Да, это победитель. Хозяин тут. Невероятные формы у человека. Он, в принципе, очень похож на своего героя, кстати. Почему игнорировали БКБ? Вот такой вопрос. Ну я ж саппортить надо, блин. Сергей, как вы думаете, почему мы проебали? Потому что у меня нищие сыны пидоров 40-летние. Я ебал мать каждого из этих челов, которые ни хуй не слушают. Оправдание в мой хуй. Да мне ебаного руинищего пи***а срать на ебаном вот этом вот фурионе, которому говоришь купи шмотку, он блядь, сидит с ебаным микрофоном с Nokia 3310, блядь. Не рахли, блядь. Что это такое?